санатории центра Союз. Так, столовая на первом этаже. Здесь служба, помещение, здесь врачи. Шахматы будешь играть? Шахматы, Ксюш. Вот столовая, да? Расписание работы ресторана. Заходи. Что делать? Ключики от номера ваши нужны или пластиковые карточки? Все зал. Каждый. Первая смена питания. Ночи дополнительных перекус на всякие вкусняшки. Время вам записываю. Назначенное время будете приходить. Можно не отмечаться. Здесь на общем блюде будет стоять вкусняшка. Йогурточка, паки, ванни, под ногу будете брать. А мы пропустим. Это ваша. Шведская оленя у нас холодная, за ней следует горячая, за холодный супчик, за это напиток, чуть правее чайный стол. Все в вашем распоряжении, единственная наша просьба будет не выносить посуду за пределы обеденного зала. Вечером во время ужина, где кофе машина, будет стоять кисломолочная продукция. Кисломолочку как раз и можно взять с собой в номер вместо кефир-часа. Ну и пойдемте в большой зал, покажу вам столовую. Сколько у нас зарезервировано, что мы вам могу за 10 вам предложить на троих. Куда ли? Давай. Пюрешечка, Лен, пюрешка. Разве ты не заражена, ты это ешь? Это что? А, это рыбный. Ветчина жареная. Кофе сделать? Да. Да. Приятного. Приятного. Здравствуйте. Спасибо. Thank you.
лимон, шампунь, и чай. Вот, и супы там. Солянка, сыры, грибной. Это какой-то сырный. Солянка. Так, вот мы набрали картошечка, не знаю, с майонезом, наверное. Картошка с сердечками, плов, котлета, все салаты попробуем. Ксюша, сырный суп, да? Я ее чувствую. Да. Заходи. Тебе за столик. Ага. Пошли за наш столик. Ох, какие интересные салаты. Так, тут салат с омлетом, блинчиком каким-то. Здесь маковый десерт. Масло, салат острый, красная роза. О, вареники с капустой, картофельное пюре, сосисочки, печень или... Ну, что, попробуем. Здесь бульончик опять и каша из тыквы. Так, я все взял. И моего, и сосиску, все салаты. Попробовал. А, ты уже все съел? Ну ладно. В общем, пока вкусно, мой его вкусное, это вкусное. В общем, попозже скажем, что нам понравилось. Пиш, на карточку. Прикладывай. Бери, кушай. Здравствуйте. Бери, кушай. Папа, где надо садиться? Ну там, как всегда. Вон пюрешка, бери пюрешку съесть. Ксюша, пюрешечку бери. Спасибо. Добрый вечер. Булочка с маком. О, пирожек. Булочка с маком. Котлетку будешь вкусную? Котлетку, да. Так, йогурт. Котлетку. Ксюша, как всегда, набор один и тот же. О, а это что? Это поздно. А. Это